Да, это страус. Еще плюшевого. Еее, красиво прилетел. Какой молодец. Итак, мы его ждали, а он прилетел, да. И он пришел. Наша замечательная плюшевая игрушка от Трикси. Страус. Под номером артикула 35-676. Так как здесь нету отметочки о том, что она без пищалки, мы попытаемся найти пищалку. Опа, собака сразу отреагировала. Пищалочка у нас где-то здесь. Да. И она одна. Собака очень интересно на нее реагирует, да, таечка? Очень мягкая плюшевая игрушка, такая приятная, такая большая. Опа, у нас пошла собака, отреагировала. Что у нас из интересного по этой игрушке? Такая же история, как и практически со всеми плюшевыми игрушками Трикси. Можно стирать ручной стиркой в 30 градусах, не использовать машинную стирку, не использовать, не гладить утюгом. Можно гладить только руками. Ну, либо ваша собака будет отлично ее покусывать, так как она очень мягкая, с прошитыми глазами, ничего лишнего здесь она не откусит, ничего лишнего в желудок не попадет. Прекрасное немецкое качество от Трикси.